Музей книги ГПНТБ монтирует новую выставку. Она посвящена русским полководцам и известным сражениям. Открыть экспозицию планировали еще ко Дню Победы, но сроки перенесли. Пока на конец июня. Библиотеки региона все еще не принимают посетителей. Тем не менее, к выставке готовят несколько десятков книг. Оригинальные, рукописные, старопечатные издания и современные копии. Экспозиция охватывает период от походов первых князей Киевской Руси до Отечественной войны 1812 года. В ГПНТБ можно будет увидеть летописи, хронографы, книги для богослужения и другие экспонаты. Там будут издания 18 века, вот, появившиеся вот после реформ Петра I, в том числе воинские уставы первые, там разные учебники для артиллеристов, для обучения фортификации. Вот эти книги тоже будут представлены.